дорогие друзья! С вами снова я, Светлана Упатова, рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня мы с вами приготовим замечательные, очень вкусные, настоящие пирожные картошка. Посмотрите, как аппетитно они выглядят. Ну что, давайте готовить. Для приготовления масляного крема, который мы будем использовать в нашем пирожном, нам понадобится сливочное масло. Я уже предварительно его немного размягчила. Перекладываем в стаканчик. Сюда же добавляем сахарную пудру. Все граммы будут указаны под видео. И сейчас я буду взбивать это приблизительно 5-7 минут. Еще блендером. Прошло 5 минут. Я взбила наше масло с сахарной пудрой и теперь добавляю сгущенное молоко. Сейчас также с помощью блендера я буду взбивать приблизительно 7 минут. Мы взбили приблизительно 7 минут. Добавляем сейчас ванилин, можно добавить ванильную пудру. И добавляем коньяк. И сейчас еще взбиваем все пару минут. Как показала практика, вот поломала на крошке бисквит, то лучше использовать измельчитель. И примерно получается вот такая крошка. Видите, она вполне достаточна для того, чтобы нам сформировать пирожное. Получившуюся крошку добавляем крем. Немного крема я оставлю для украшения. Видите, какой крем получился? Светло-желтого цвета, устойчивой консистенции, с приятным ароматом. Добавляю какао, коньяк. И замешиваю тесто. Оно должно будет получиться приблизительно как пластилин. Сначала ложкой, а потом рукой. Вот такое у нас получилось тесто. И из него сейчас будем формировать вот такие пирожные. Получается примерно как пластилин и очень легко формируется. Ваши дети тоже могут вам помочь. А вот приблизительно вот такое. С помощью кондитерского шприца произвольной насадкой. У меня эта звездочка открытая. Украшаем наши пирожные. Вот такие пирожные у меня получились. Сейчас я поставлю их в холодильник приблизительно на 30 минут. Наше пирожное постояло в холодильнике и можно дегустировать. Попробую вот это вот с большим количеством крема. Очень вкусно. Сейчас прожую немножко. Такой аромат коньяка чувствуется. Прям вкус детства. Всем рекомендую приготовить. Я думаю, вам очень понравится. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Следите за мной в соцсетях. И ждите новых видео. Пока-пока.